Святое Евангелие в каждый дом. Просветительская акция под таким названием прошла в Саратовском Свято-Пантелеимоновском храме. Церковь находится на территории первой городской клинической больницы, и такое служение страждущим в эти пасхальные дни здесь наиболее актуально. Волонтеры епархиального миссионерского отдела раздавали Евангелие всем приходящим в храм. Среди людей, которые приходят в этот день осветить куличи, обычно бывает немало тех, кто посещает храм 2 или 3 раза в год. Это прекрасная возможность для миссионера обратиться к людям, считает настоятель Пантелеимоновского храма, руководитель миссионерского отдела, священник Дионисий Каменщиков. Основная цель акции, которая проводится сегодня в нашем храме, это донести до людей весть о воскресшем Спасителе. И наиболее полно эта мысль отражена в Священном Писании, и поэтому наши волонтеры раздают Священное Писание, Евангелие, чтобы люди, которые приходят сегодня в храм, могли в полноте узнать те события, которые мы сегодня вспоминаем в этот пасхальный вечер, в эту пасхальную ночь. Книги Евангелия также были переданы пациентам первой городской клинической больницы. У меня уж вот много лет, а книг-то нет у меня, а я почитаю с удовольствием.